Ну что же, здравствуйте, дорогие товарищи. Сегодня поиграем в, как говорят, наследника, духовного наследника Resident Evil под названием Daymare 1994 Sand Castle. Короче, дневной кошмар, песочный замок 94 года, что-то в этом роде. Посмотрим, с чем оно связано и куда оно пойдет. Вот. Ну что же. Попробовал поставить максимальные настройки. Увидим, как оно идет. Изображение. Тут есть изображение. Во. Да, чуть-чуть изображение есть. Но это явно отсылка на Stars. Давайте обычно. Ну, можно без этого всего. Я хочу начать уже играть, я же выбрал среднее. Ага. Автор оставляет за собой право не руководствоваться качеством демки. Типа, если вам демка не понравилась, ну, может быть, полная игра понравится. Ладно. My entrance is blocked by an alarm system. I need a few minutes. We're out of time. I'll see you inside. I'll find a way. Okay. Let's keep in radio contact. Mm-hmm. Maybe I can use that door. Так, как оно двигается? Ага, понятно, как оно двигается. Фонарик тут можно есть? Есть у вас фонарик вообще? Забавно, конечно, как они тут прикручивают этот оружие к спине. Там и рация на спине, но это пипец. Как ее там доставать, типа? Зачем вы так делаете? Какая логика в этом? Ну ладно, дробовик вы не смогли прикрутить. Ну, как бы, действительно, там, типа, ремни, это сложная физика, это явно будет выглядеть хуже, нежели просто приклеить ее к спине. Но вот эта вот рация, зачем она здесь? Окей, ничего не понятно. Не знаю, интересно ли. Need a key to get in. Typical. Typical. Таб? А, блин, зачем держать, а? 11 марта 1994 года, 14:30, ФЕМА. Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях. Это прям как ФИР. First Elite Action, что-то там еще. Командование элитной тактической группы секции 8, отдел предотвращения кризисной ситуации и борьбы с террором, директор по координации операции сержант Агору, директива операции «Страна снов». Разбить внешнюю оперативную базу на озеро Грум. Первая помощь. Система безопасности разблокируется. Внутренний осмотр. А, понятно. Ну, интересно. Так, настройки, пожалуйста. Где тут у вас звук, язык? Кнопки управления VAST, взаимодействовать, целиться, первое, второе, выбрать сканер, это 3, 4, окей, интересный выбор, я бы сказал,
Аптечка G, окей, ледяная струя, что это такое? Q, ледяная бомба, ледяной выброс. А, это наверное, что для какого-то мультиплеера, типа. Окей. Четвертый год. Подожди, 95-й же. Ну ладно, неважно. Может, уже был, я уже не помню. Так, подвальные лаборатории, ремонтный цех. Что я сделал? А что делать надо? Что здесь есть? Ну мы что-то. Ну да, давайте покинем. Я пока не понимаю, зачем я вообще сюда пришел. Что-то у меня даже подтормозилось немножечко. От чего так? Ну вот, мы еще кого-то выпустили, молодцы. Shit. This electrical system is completely fucked. Было стрёмненько. Но это явно такой копипейстинг Resident Evil, в чем даже нового, скажем так. Не, ну я все-таки изображение, нет, не то, графика, вот. Давайте быстрое действие. Вот так гораздо лучше, конечно же. А ты что-то приуныло все.
Так, хорошо. О, ключ безопасности. О, можно, да? Да я уже как бы. Advanced research facility. According to the maps of the base, this area shouldn't exist. А кто ты такая и откуда ты взялась вообще? Такая умная. Опять это веселое. Где пистолет, пулемет? Дальше. Reyes, where are you? Good question. Listen, we've been attacked by something. We weren't prepared for this shit. Proceed with extreme caution. What the fuck are you talking about? Section 8? No, there's still no trace of him. We don't know what the hell it is. Let's find this fucking Anderson and get out of here as soon as possible. Это типа нужно было, чтобы мы слышали, да? Мы видели, что с нами кто-то говорит. No sign of life. Ну, такое себе решение. Блин, так сказать, посредства крадут частями, великие умы крадут целиком. Радек? Reyes, everything okay? I'm fine, but something is not right here. I found some Section 8 bodies. A couple were burned to death. Christ, those assholes screwed up big time. There are signs of a fight. I wonder what they were trying to escape from. Listen, we're close to that damn briefcase. I don't give a fuck what killed them. I need your ass over here, okay? Understood. On my way. Be careful. Damn, nothing works in this place. Hey, Radek. I'm in a weird laboratory. I found more Section 8 corpses. Yeah, we, also found bodies. Fuckers were burned to a crisp. Anyway, we're moving towards our goal. You've located the contact in a completely burned out area. We're heading there now. Okay, I'll join you as soon as I find a way out of here. Давайте патроны. Патроны — это хорошо.
Типа, вы уверены, что вы хотите нажать на эту кнопку? Что ты там жала? Что ты там нажимала? Коса в теле прячется. Ну там не факт, там типа, блядь. Ну я там не очень хочу. Блин, эти шкафчики, ёкарный бабай. Перебирайте, конечно. Написано. Пока ни хрена не вижу. Надо угрозить. This can't be happening. Did that weird ball of energy just bring it back to life? Да вот, видишь ли. Так тоже бывает. Пошли все-таки. Где? Что происходит? Да ничего не происходит. Так. Нет. А, я понял, наверное, все-таки та кнопочка. Кстати, прикольный элемент, я бы сказал, потому что. Блин, аж захотелось Resident Evil. Второй, третий перейти. Ну и, может быть, четвертый прикупить.
сказать, увалить тебя отсюда надо, деточка. Тут что тут за херня такая? Надо лазер, что ли, отключить или что? Я пока не очень вкуриваю. Заставили сделать мне круг. Ровненькая спинка, да, типа смотрим, не напрягаемся ни хрена. Лицевая анимация только на моргании. Radek's DID locator is active, but it doesn't seem to be moving. I hope. No. I don't even want to think about it. Что надо? Дурит нормально. Не соточка. It came out of nowhere. And what was that noise? Прикольно, вот эта музяка сразу делает атмосферу. То есть это у нас зона 51, да? Radek, are you receiving me? Please respond. I've located the burned out area. Radek, are you receiving me? Что-то, а, эксперимент Филадельфии, типа, да? Пока я тут вижу дефолтную анриловскую анимацию. Кто, блин, где тут? Ну чё, на корабль? Бореалис зовёт. Переключение между видами. Кто заставляет в узком коридоре бегать?
так понимаю, все равно надо сюда лезть, правильно? Так, мне нормально, все, давайте полезем. Какой нормальный вообще человек бы полез бы так просто. Дырку, где там только что кого-то убили. Ток-ток-ток. А можно удар? На добивание. Кстати, есть удар на добивание? Так, игровой процесс. Клавишу потребление. Ледяная пуля, ледяная хрень всякая. Прям две аптечки. Ух ты. I've never seen anything like it. Жопку разглядеть нельзя. Но нет, это не Resident Evil. Это не японский игропром. Так, пародия на. Ты чё? Перезарядка, конечно, такая забавная. I have to move. Shit. I seem unstoppable. I have to get out of here. Shit. I seem unstoppable. Gumby. Mm-hmm.
quality. Я бы сказал, что если вы хотите показать вот эту главную героиню, нет, тут много труда вложено. Но Resident Evil разбаловал, как не знаю что. Noises again. I can't hear them anymore. It's like they just disappeared. Roddick's locator is nearby. He must be around here somewhere. Ah, вот он. Гребаный сканер. Roddick! Roddick, no! Oh my god! Are you alright? Are you hurt? So you can be friendly if you feel like it. You need to be an asshole. What happened to you? Ugh, save your resuscitation techniques for those two nice guys down there. Don't be a dick. What happened? Where's Foster? He's chasing an old friend. What? We found the contact with Section 8 got there before us. They tried to negotiate. They didn't want any trouble. But you were in a hurry, right? Not me this time. It was the commander. He was in no mood for small talk. He blew the briefcase out of Anderson's grip along with most of his arm. He shot the contact? Yeah. Kinda took me by surprise. Where's the briefcase? He took it. We killed two of them, but then... That guy... The one who took me out, even Foster couldn't hit him. I don't know what happened to him. Who are you talking about? He was Section 8. Foster called him... Gora? He was given orders like he was straight from the goddamn movies, but... He wasn't fucking around. He and Foster seem to know each other. Maybe that's why they were playing nice at first, or maybe the whole thing was just a fucking trap. Calm down. You can't stand. You'll have to wait here. We have the briefcase. We'll be out of here soon. If we find Foster before Gora does. Whatever it is, it's a big deal. Foss talks about it like it's the holy fucking grail. Jesus Christ, Roddick. Haven't you seen what's out there? Yeah, I have. I can't explain it. They seem to be animated by some kind of electromagnetic anomaly. Have you been playing scientist with those goddamn monsters? I found a laboratory. They were researching some kind of metal. It must have something to do with all this. Listen. Foster knows a lot more than he's letting on. But you should stay out of this. You're not prepared for this. You need to get out of here right now. What? No way. Get back out there! You need to wait for Foster and me to wrap things up. We don't need you here. Are you kidding? You can barely move. Look at you. Haven't you noticed? Bullets are not enough. You'll get fried as soon as you step out that door. They broke my radio. If we split up, we won't even be able to communicate. Exactly. You need to stay here. I'm going to find Foster. Absolutely not! Are you serious? I am giving you an order, Reyes. Listen, do you think I'm scared of any of it? This place? Or a fucking court-martial? You said so yourself. All I have to go back to is an empty apartment. I can't lose you too. Reyes. Get out of here! Пипец. Пипец. Ну и сюжет. А, господи. Sorry, Major.
I'll be back for you later. Now, Foster doesn't have any kind of locator. How the hell am I supposed to find him in this maze? Пипец. Взаимоотношения между подчиненными солдатами. Господи, у них солдаты это как Санта-Барбара. Ну и, конечно, уровень актерской игры. У этого мужика еще как-то работает лицевая анимация, а у этого как будто ничего нет. Что забавно. This proton pack thing works. Первое, что увидела, и потом такая. Интересно. Работает. То есть мы где-то здесь видим Resident Evil 3. В каком-то фировском окружении. Гадес. Ну вообще, Аид. Ну попробуй переведи это на русский. Одну аббревиатуру, чтобы превратить в другую. Ну вообще, конечно, она просто взяла чужое что-то там, как бы так. Все офигеть как. Какой-то непонятный агрегат. Может, из-за этого агрегата чувак и умер.
ледяная пуля. Он придумал же фишечку, да? Для игры. А, заполнил. Автоматик, дайте автоматик, нет? Ладно, у меня есть свой. Wow. Let's see what else I can do with this thing. Стрельба, конечно, так себе. Foster written all over it. Давайте. I can't go any further until I realign the platforms. Чё? Какие нахрен платформы, а? Не подожди, фигня. Здесь что-то надо сделать, что ли? Я не понимаю.
Feels like I'm on the set of one of those crappy Area 51 movies. Is U.S. Progress building those weird-looking planes? Mm-hmm. Ты не просто в crappy looking movies, а в crappy... копипаста? Копипаста сценарио. Окей. Come on, Reyes. One left to go. Угу. Так. Вот как-то неудобный текст у них есть. Сообщение для персонала. Уведомление для работников сборочной линии. Будьте крайне осторожны при работе с основной платформой лифтовой системы. Как и ожидалось, шторм из центрального блока полностью стерся. Это означает, что если вы загрузите его слишком сильно, то поршень перегреется и платформа рухнет. Я до сих пор пытаюсь убедить сраное начальство оторваться от своих экранов, взглянуть на то, что творится в реальном мире, а также, возможно, найти ту запасную деталь, которую я заказывал 2 недели назад. А пока нагружайте платформу по минимуму, а если поршень начнет перегреваться, то постарайтесь его как-нибудь остудить. Следуйте этим указаниям и будьте осторожны. Судя по всему, медицинская страховка на вас не распространяется. Если произойдет ЧП, то вас, скорее всего, незаметно закопают посреди ебучей пустыни. Ред Фолмер, координатор безопасности. Сборочный цех, сектор 7. Вот. Если это зона 51, то это правительство США. Ну, собственно, вот такая вот сраная страховка у них. And... Непонятно. Да понял, вы хотите меня напугать? А, это так работает. Ледяная нахрен пуля, блин, а?
Да. Апгрейд струи. Значит, такая штука у нас есть. Понял. Трешечка нужна, да? Давление. Ну тут надо просто прокрутить. Извините, толком не могу уже. Поздновато я как-то немножко в туплячок. Так. Я понял. Надо спуститься, а потом бэктрекинг, здравствуйте, так сказать.
direction. Говорит у нас вот так вот. И что? Что трудно освоиться с этой херью. Yeah.
Ебанитовое ебанитовое управление, что было. То есть этот леденятор нужно использовать, когда ты прицелился, ты там у тебя обзор, угол обзора меняется в худшую сторону, и из-за этого ты ни хрена не видишь, ну как бы такое искусственное усложнение игры. Но это бесит, а не делает страшно. Страшно это когда ты в полном контроле, ну как бы, но ни хрена уже не может делать. Ну, не знаю, как это объяснить. What the fuck? Fuck you! Быстрее беги, коза. Как только дошло до боя, все стало сразу же жопошным. Ай, блин. Так, тут полная. Тут полная, ладно, давайте. У меня есть только одна попытка на этим самым. Да-да-да. Да, я, блядь, пиздец, вы еще заебали уже. What the fuck? Fuck you! Shit! Последний раз, и я уже устал от этой игры, честно говоря. Она не пугает ни хрена. То есть она просто убирает от тебя некоторое удобство управления, делает врагов неудобными просто с точки зрения того, что она убирает от тебя. И из-за этого она кажется сложной. Но это не сложность, это херня.
Давайте, блядь. Вот 30 000 еще раз. Действительно факт. This. You just teleported out of nowhere. This is getting worse and worse. And и куда, что дальше? Что-то я не видел сейчас никакой разницы того, что есть у меня фонарик, нет у меня фонарика. Блин, и куда дальше идти? Так. Блять. Вот я пришел оттуда. Я точно помню, что я пришел оттуда. Да, отлично. Тут мы постреляли немножечко. А, тут у нас. Заблочено. Тут у нас поднято. Окей, понял. Сейчас поднимемся и пойдем. What the fuck is this? Я не понял, а что произошло? Чё мне, блядь, еще раз бежать туда? Ах, вы чё, издеваетесь? Не, вы издеваетесь? Или вы чё, издеваетесь? А как его поднять теперь? Я вот ни туда, ни сюда не могу. Но и что мне теперь делать, а? Как-то перекатить ее или что? Что вы хотите от меня-то? Блядь.
Ну и чё? Блядь, чё делать-то? Уровни построены на бэктрекинге. Вы что, серьезно, да? Серьезно? Ну все, мне игра не нравится, на самом деле. Сейчас я попытаюсь. То есть визуально она прикольная, вот. Ну, они придумали этот сюжет, скорее всего, зона 51, там. А этот. Там его ЖЖЖ. Эксперимент Филадельфия. А, вот, вижу. Персонажик, это явно какой-то очень дефолтный товарищ. Ну, в смысле, дефолтной анимации там. Чувствовали мою боль немножечко. Может быть, я плохо играл. 2 часа ночи, у меня тут даже больше. Я все пытался понять, когда она же игра закончится, но она не подвела. Где-то вот на час она и проигралась. И, в общем, могу сказать вам, что по графике мне она довольно нравится. Хотя явно чувствуется влияние каких-то дефолтных дженериков. Дженерик-ассетов, из которых построена и анимация, и лицевая мимика, и, собственно, сами
персонажи, вон там вот эта вот коса, которая там проникает везде и там, ну, какие-то такие странные вещи. Ну и дальше, что у нас есть, что явно омажик Resident Evil второму, третьему скорее, потому что здесь гораздо больше боя, а в третьем как раз таки и было гораздо больше боя, но при этом это омаж не к старым Resident, а к новым. Ну, довольно интересно с точки зрения, но с точки зрения концепта, как бы, я даже поддерживаю это, как бы, но с точки зрения того, что я увидел, это левел дизайн с бэктрекингом постоянным, то есть в Resident Evil 2 мы как-то так круги наворачивали, открывали дополнительные двери, там такая метроидванная левел дизайн был, то есть ты пойдешь куда-то и ты вернешься обратно там полицейский участок, допустим, но с другой стороны, как бы, а потом найдешь двери в еще один выход и так далее. А в третьем была просто более линейная такая игра. Ну, здесь, походу, тоже будет более линейная. Но меня смутило то, что пришлось туда-сюда обратно бегать. Вот. Загадки весьма простые. Вот, боевка не понравилась. Возможно, надо привыкнуть как-то так. Но не знаю, что-то мне как-то не очень. У меня скорее было ощущение, что мне недостаточно контроль над персонажем, чем пользуются, собственно, враги. А у врагов, наоборот, какая-то слишком сильная, замудренная agility, ловкость. Вот. Ну и по сюжету, в общем-то, нам ничего не объясняет с самого начала. И, в общем-то, из тех обрывков, которые мы увидели, что мне кажется, что здесь не настолько талантливый сценарист, насколько им бы хотелось. Вот. И несмотря на то, что даже интересно было посмотреть на этот диалог между майором и этой девицей, которая, блин, непонятно, она кто такая вообще, и куда она такая, и как ее туда. Если она Special Unit, то почему ее никуда не пускают? Она как бы такой же боец, как и все остальные. Как бы, ну, что, типа, спортсменка, комсомолка и чисто красавица, ну нет, ну как-то так. Такое себе оправдание. Да, вот. Ну, явно актерскую игру снимали с реальных людей, но сыграли эти люди так себе тоже. То есть, ну, явно инди, бюджетность и прочие вещи. То есть, если вы готовы с этим мириться, то, конечно, приходите и миритесь. Ну, а у меня еще Resident Evil 4 не играны. Вот. И Dead Space в том числе не играны. Чтобы играть в поделки на тему. В общем-то, такой мой вердикт. Как бы, если вы когда-то во все это играли и вам Resident Evil показалось мало, то, наверное, вам может даже понравиться. Хотя Resident Evil явно профессиональный сделал. Особенно, ну, я имею в виду ремейки. Вот. И по графике, и по сюжету, и по этим самым, и по всем прочим взаимодействиям. Да. В общем-то, если вы хотите чего-то нового, но не Resident Evil, ну, похожего на Resident Evil, то вот ваш шанс, заходите. Как-то так, больше ничего не могу по этому поводу сказать. И спасибо, что смотрели. Лайкайте, подписывайтесь,
Заходите еще, заходите на наш Discord сервер, Homeworld 3 сервер, ну точнее Russian Homeworld Fleet, где мы ждем Homeworld 3. Вот. И, в общем-то, социальные сети тоже там есть. А на этом все. Спасибо еще раз и пока-пока.